Всех приветствую. Сегодня у нас в ремонте телевизор LG 32LB561V. Вот, неисправность такая, то что звук есть, изображения нет. Ну, это тоже больные на всю голову телевизоры. Вот, у них постоянно ломается подсветочка. Вот, перегорают светодиоды. Сейчас мы будем разбирать его. Вот, и менять всю подсветку на новую. Мы уже давно перестали перепаивать, потому что хватает это, ну, год может хватить, на два может хватить. А когда новую ставишь, уже очень долго работает. Все, приступаем к разбору. Thank you.
Так, вот и все. Так, вот и все, ремонт у нас закончен. Картинка хорошая. Пункт подсветка убираем где-то до 70. Пункт подсветка как раз таки регулирует напряжение на саму подсветку, на сами светодиоды. Вот. Яркость никакой роли не играет на, ну, то бишь на сами светодиоды. Яркость просто делаем немножечко побольше, плюс 5. Все, в принципе, все оставляем как есть. Сейчас покажу, как будет с флешки это смотреться. Картинка яркая, засветов, затемнений никаких нету. Даже на 70% ну, подсветки картинка достаточно яркая. Даже можно еще немножко меньше поставить. Все, на этом ремонт закончен. Подсветочку можете заказать у нас, пишите. Вот. Подскажем, поможем. Все, всем спасибо за внимание.